Использование туманных пушек Дечент в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями привлекает внимание всей отрасли. Туманная пушка Дечент – это устройство, которое использует воздух под высоким давлением для распыления мелкого тумана воды или пестицидов на посевы. Такой способ внесения обеспечивает тщательное покрытие даже в труднодоступных местах и значительно сокращает количество необходимого пестицида. Одним из существенных преимуществ использования туманных пушек Дечент в сельском хозяйстве является снижение затрат на рабочую силу и возможность повышения урожайности. Благодаря возможности покрыть большую площадь за относительно короткий промежуток времени фермеры могут сэкономить время и ресурсы, одновременно эффективно борясь с вредителями. Поскольку спрос на органические продукты продолжает расти, использование достойных туманных пушек в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями, вероятно, станет еще более распространенным.